Как видно из названия, велосипед создавался именно с прицелом на доступность. Велосипед для девушек должен быть максимально простым в обращении, легко управляться, как можно меньше весить и не требовать сложного ремонта. Именно такие требования мы предъявляли к данной модели. Итак, велосипед для прогулочного и полуспортивного катания имеет 24 скорости, которые хорошо переключаются при помощи оборудования любительского класса Shimano. Передний амортизатор, пружины эластомерные, двойные обода и надежные тормоза клещевого типа. А вес всего 13 кг. По управляемости 13 кг действительно дают весомое преимущество. Во-первых, очень легко маневрировать, поворачивать, не говоря уже о транспортировке велосипеда. Поднять на ступеньки высокий бордюр намного легче. Изогнутая верхняя труба рамы очень удобна. Модель можно держать между ног, что очень удобно, если нужно написать сообщение или что-то достать из сумки. На наш мужской взгляд, вилка простовата, но девушки говорят, что крутые амортизаторы для прогулок им не нужны. Настраивать они ничего не хотят. На нашем сайте можно найти отзывы покупательниц под моделью. Ссылка в описании.